Всем привет! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. Я участвую в проекте Whole World с 2013 года. В проекте есть как минимум 50 причин, даже 51, 51 я сама придумала. Почему люди выбирают уже на протяжении 9 лет именно столько работает проект? Почему люди выбирают именно этот проект? И сегодня поговорим о следующих причинах. Причина четвертая – это отсутствие рисков. Все денежные переводы осуществляются напрямую между участниками и моментально поступают на их счета в платежных системах. Поэтому говорят, что когда говорят «вы мошенники», ну я говорю, вот давайте разбираться в ваших словах. Когда человек отправил деньги другому человеку, а тот другой человек, которому отправили, их получил. То есть в чем здесь мошенничество? И человек не может мне ответить на этот вопрос. Whole World уникален во всем. И процесс оплаты и получения денежных средств не исключение. Компания не принимает денежные средства на свои счета, не накапливает и не перераспределяет их. Все денежные переводы осуществляются напрямую между участниками и моментально поступают на их счета в международных платежных системах. Для того, чтобы обналичить полученные средства, вы заходите на свой кошелек, который привязан к аккаунту, и выводите их себе на карту, либо на другую платежную систему. Вот как это делаю я. Следующая причина у нас, это пятая причина, полная автоматизация. Вам не придется вручную отправлять денежные переводы и подтверждать их получение в личном кабинете. Когда-то в 2014 году были такие проекты, когда человек не может получить свою реферальную ссылку, покуда я не зайду в кабинет и не подтвержу перевод, тогда только мой участник получит реферальную ссылку. Это было очень неудобно, это была привязка к компьютеру либо к телефону. То есть, чтобы команда работала, надо при себе всегда иметь интернет. А здесь не надо этого делать. Не надо подтверждать вручную денежные переводы. Стоит отметить, что концептуально похожие системы финансовой взаимопомощи существовали еще задолго до старта Whole World и продвигались вовсе без участия интернета за счет пересылки некоторого подобия сертификатов со списком реквизитов получать или по почте, или из рук в руки от человека к человеку. Да, я помню, в 80-е годы приходили письма счастья, отправь по рублю такому-то, такому-то. И тебе придет много-много денег. Помню. Разумеется, при всей кажущейся простоте и гениальности, такие системы не могли исправно функционировать и приносить долгосрочный пассивный доход своим участникам в силу полной незащищенности от мошенничества со стороны недобросовестных участников и от их банального человеческого фактора. Но вот здесь, смотрите, не оказал финансовую помощь, значит, ты не можешь ее получать. Все честно и справедливо. С развитием интернет-технологий аналоги начали проявляться и в сети, однако они также либо никак не автоматизированы, не были автоматизированы и полностью зависели от человеческого фактора, в силу чего не могли работать долго. Мы учли эти особенности и создали безупречную систему, о которой раньше можно было только мечтать. Уникальная технология, разработанная Whole World, позволила на 100% автоматизировать процесс совершения денежных переводов и контроля за их исполнением, полностью исключив человеческий фактор. Нашим участникам не требуется вручную подтверждать получение переводов, самостоятельно составлять множество платежных поручений и отправлять подтверждение совершенных ими переводов. На платформе Whole World это происходит все в автоматическом режиме буквально за один клик. На этом все. Следующие причины будут в дальнейших моих видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока!